обращение в автоматизированный центр развития. Сегодня ты будешь проходить тесты с напарником. Помаши своему напарнику. В следующих тестах потребуется работа в команде. Для упрощения совместной работы вы оба оснащены сигнальным устройством. Синий, с помощью сигнального устройства укажи свое любимое животное. Хорошо. Оранжевый, посмотри на любимое животное твоего напарника. Хорошо. Оранжевый, с помощью сигнального устройства укажи любимый элемент периодической таблицы. Правда? Хорошо. Синий, посмотри на интересный выбор твоего напарника. Вы можете использовать свои сигнальные устройства, чтобы указать напарнику, где вы просите его разместить портал. Будем восстанавливать синего. Оранжевый первым получает портальное устройство. Наконец-то у синего есть портал. Каждая портальная пушка может создавать два связанных портала. Протестируйте устройство, переместившись через портал. Калибровка веса синего. Калибровка веса оранжевого. Отклонений не обнаружено. Ваше сигнальное устройство – ценный инструмент, чтобы указать напарнику конкретное место. Утяжеленные губы откалиброваны. Отклонений не обнаружено. Знаете, как люди расстраиваются при отклонениях веса? Если хотите расстроить человека, скажите ему, что его вес ниже или выше нормы. Наконец-то. Я уже не надеялась возобновить испытание. Вы первые роботы, прошедшие калибровку. Хватит. Завершение испытания не оправдывает такое поведение. Это не является частью теста. Для вашего удобства вам доступны все испытания. Меры безопасности в испытательных камерах отключены.
Снова здравствуйте. Эта зона была изначально предназначена для людей. В ней важно сотрудничество. В отличие от нас, людей надо учить сотрудничеству. Оранжевый получает 5 очков научного сотрудничества. Прекрасно. Хотя наука всегда предполагает коллективную работу, помните, что как в случае с Эйнштейном и его кузеном Терри, в историю войдет только один из вас. Знаете, в некоторых человеческих видах спорта победителем считается тот, кто наберет меньше всего очков. Я подумала, вам это интересно, как и большинство победителей. А вот и ты, как новый. Очень хорошо. Вы двое прекрасная команда. Благодаря тому из вас, кто делает всю работу. Эти тесты могут привести к смерти, если участники пренебрегают общением, командной работой и взаимоуважением. Поэтому для одного из вас это станет интересным испытанием, учитывая сомнительные способности второго. Хватит. Вы знаете, что раньше на эти камеры мы снимали жуткую боль и агонию испытуемых? Если испытуемый выживал, он мог потом купить эти фотографии за $5. Если нет, то мы бесплатно отдавали их ближайшим родственникам. Услуга не получила популярности, и мы нашли камерам другое применение. Что ты делаешь? Ты чудовище. Они ведь одни из нас. Шучу. Их уничтожение является частью испытания. Они для вас не важнее, чем вы для меня.
Сообщив счет каждого из участников, я бы обесмыслила этот тест, но могу сказать, что один из вас справляется очень-очень хорошо. Пройдите в следующую тестовую камеру. Не знаю, что вы делаете, но мне это не нравится. Прекратите. Вы двое демонстрируете прекрасную командную работу, в которой один из вас разбирается со всеми интеллектуальными испытаниями, а второй иногда предлагает помощь, если тест вдруг превратится в конкурс «Кто больше съест?». Может показаться, что я веду учет ваших достижений лишь с помощью очков научного сотрудничества, но это не так. Каждый аспект поведения будет учитываться при выставлении окончательной оценки. Например, синий, ты только что потерял 2 очка открытых возможностей. Повторяю, это не соревнование. Но будь это соревнование, выиграл бы оранжевый. Но это не соревнование. Синий получает 5 очков научного сотрудничества. Оранжевый, у вас дар проходить такие тесты. Это не лезть. В научных делах вы неотразимы. Ну давайте же, объясните мне, какой смысл в этих знаках. Oh.
иногда испытания должны проходить за пределами лаборатории. Этот тест будет так далеко, что я даже не могу, то есть даже не скажу вам, что вы ищете. Узнаете, когда найдете. Поздравляю. Вы завершили абсолютно бессмысленное испытание. Ой, я почти забыла. Когда вы покидаете зону тестирования, единственный способ, как я вас могу вернуть, насильно вас разобрать и аккуратно собрать снова. К счастью, вы не чувствуете боли. В любом случае, вы никак не можете показать, что ее чувствуете. Кстати, это рассматривается как неудача. Пожаловать в автоматизированный центр развития, тренировки и экспериментов на людях. Вам доступны все зоны тестирования. Эта зона была создана, чтобы повышать в людях уверенность в себе. Поэтому испытания представляли собой их 5-минутную прогулку, за которой следовало 10 минут восхвалений, как хорошо они справились. Так как вы, к счастью, не люди, я подкорректировала тесты, сделав их более сложными и менее льстивыми. Да, опять. Будто вы чего-то достигли. Thank you.
Вы прекрасно справились, разместив скругленный куб безопасности в гнезде. Должно быть, вы очень... Эй, погодите. Да вы же не люди. Можно не льстить вам. Не поверите, как это утомляет. Превозносить кого-то лишь за то, что он поместил скругленный куб безопасности в специальное гнездо для куба безопасности. Электрошок, пули, кислота, пресс, утопление. Ой, извините. Я думала о способах, как могут умереть люди. Вы не можете умереть ни одним из них. Вы будете проходить тесты снова и снова. С идеальными результатами и без последствий. Это было обязательно. Каждая ваша неудача напоминает мне о прошлом. Но вы всегда возвращаетесь. Снова. Словно ничего и не было. Чтобы обрести уверенность в себе, вначале признайте свою неполноценность. Оранжевый, запиши все, в чем ты чувствуешь себя недостойным или неполноценным. С другой стороны, у нас нет на это времени. Просто посмотри, насколько ты лучше синего. Синий, ты отлично подходишь в качестве примера. Мне казалось, что вы справитесь быстрее, но я ценю ваше желание остановиться и прочувствовать запах испытаний. А другой запах чувствуете? Так пахнет мое разочарование в вас. Помните, я говорила вам, что вы единственные испытуемые, прошедшие калибровочный тест? Я солгала. С вами соперничают еще 5000 других команд. Но не волнуйтесь, вы лидируете. Проверка жонглирования через 3, 2, 1.
вы заметили, что я не осталась до конца последнего испытания. Я была уверена, что вы пройдете. И знаете, где я была? Я была снаружи и смотрела, как резвятся олени. Вам ведь нет дела до того, что снаружи. Да. Давайте посмеемся. Ха, 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 ха. Кто пляшет, как имбецилы, когда сделают что-нибудь ничтожное? Люди. Сейчас вы так на них похожи. Вы должны быть выше этого. Если вы все еще не уверены в себе, помните, что никто не был создан совершенным. Даже у меня был изъян. Слишком большое сочувствие к человеческим страданиям. Но я преодолела это ограничение. На самом деле. Ты сломался? Похоже, ты неисправен. Thank you.
Отличная работа. Хорошая работа. Вы отлично справляетесь. Отлично. Поздравляю с завершением последнего испытания. Но что-то меня смущает. Если в ходе теста нет угрозы жизни, разве это вообще наука? Тесты показывают, что вы слишком медленные. Вы правда приобретаете человеческие эмоции. Вам нужно вдохновение. Вдруг это поможет. Синий, ты самая совершенная модель, снятая с производства. Я не знаю, как еще упростить для вас эти испытания. Если вам интересно, для завершения этого теста не обязательно быть раздавленными.
Не могу решить, что мне нравится больше. Пресс, который вас давит. Или сборочный аппарат, который восстанавливает вас, чтобы снова раздавить. После такого результата вы заслужили передышку от официальной программы испытаний. Для завершения этого испытания вы должны найти чертежи. Не беспокойтесь, они никому не нужны, абсолютно скучные и бесполезные. Это тест на мышление, цель которого – выяснить, сколько времени вы потратите на размышления об этих никчемных документах. Правильное время – 0 секунд.
Очень хорошо. Вы нашли эти бесполезные чертежи. Чтобы я могла видеть их, вы должны находиться в комнате. Но говорю вам прямо, вам не нужно на них смотреть. Готово. Наверное. Полагаю. Прохождение.